Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас что мы будем делать? Что мы будем делать? Мы с вами сообразим вот такую вот манишку, капюшон. Это покупная вещь, видите, такой вот капюшончик с кетлевкой. Вот, и такая манишка, как бы пелеринка. Вот, наша задача его повторить. Вот мы сегодня его и повторяем. Ну, хотя бы форму. Узор, конечно, нет, потому что здесь... Хотя здесь английская резинка, но очень тонкие нитки. И еще они какие-то, смотрите, эластичные. Нам нужно... Вернее, я хочу просто сделать такую же вещь. И мне удобно, потому что я могу замерить все, чтобы точно повторить. И ширина изделия у меня 44 сантиметра. Сейчас остановимся на ширину. Пряжа у меня вот эта итальянская, которую не купишь. Но я вам скажу, тут вы можете что угодно, чем угодно заменить. У нас в 50 граммах 105 метров. Это значит 210 метров в 100 граммах. Ориентируемся на такую пряжу. Здесь у меня альпака 30%, остальное хлопок. Вот такая вот интересная итальянская пряжа. Простой узор я буду использовать, не английскую резинку, потому что пряжа у меня толще. Ой, ну да, толще. Буду использовать вот такой вот узор. Кстати, еще не знаю, что я использую на лицевую сторону. Он с обеих сторон смотрится простенький, смотрится очень круто. Наверное, вот это будет лицо. Да, сделаю это. А вот это потом еще куда-то использую. Итак, у меня образец. Сейчас я посчитаю, сколько мне нужно нашить. Итак, считаем, девчонки, я посчитала, ну неправильно, 99 петель, это неправильно, потому что начала измерять плотность, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 петель, да, 20 петель в 10 сантиметрах. 18 петель в 9 сантиметрах. Вот теперь правильно. Значит, это мы... Ну, это правильно. Значит, 792 мы делим на 9 сантиметров. Я неправильно измерила там. Значит... Сейчас я пересчитаю. 700. Тут у нас 44. Мы умножаем на 18. Вот оно. Получается 792. Еще раз повторяю. Два раза считала. 92, которые мы делим на 9. Значит, 8. Минус 72. 88. Видите, девчонки, я и смотрю, мне показалось, что число петель большое. Значит, 88 петель я набираю. Спицы у меня 3,5 миллиметра. Сейчас я вам покажу. Набирать буду, это все у нас прячется. Набирать буду самым обычным способом 88 петель. Я сейчас наберу, потом пока буду вязать, вам расскажу про пряжу, чем можно заменить. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набираю петли. Итак, у меня 88 петель. Этот узор очень удобный для вот этих вот всяких сокращений, добавлений, убавлений. Все очень комфортно и очень удобно. Поэтому и удобно как бы соотношение. Ну, плотно, как бы высоты и ширины. Значит, первый ряд мы вяжем резинку 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, что по поводу пряжи. Вот, девчонки, и ориентируйтесь ориентировочно 200 метров в 100 граммах. Больше не нужно, то есть толще не нужно, можно тоньше, в зависимости от плотности вязания. Можно взять в два сложения, кого я хотела сказать. А, идентично этой пряже Ярнард Аллегра, вот. Она очень похожа и по структуре очень похожа. И так как выглядит, там она чуть тоньше, но она по толщине как бы по метражу. Метраж длиннее, а вот толщина как бы такая же. Зависит, наверное, от состава.
В общем, ну, там ниточка легче. Далее что можно сделать? Далее можно Lana Gold 800 в два сложения легко можно сделать. Super Lana Тиг, Alize Super Lana Тиг тоже в два сложения. Думаю, так, потом что еще? Что еще? В два сложения можно Angora Gold. Alize Angora Gold. Два сложения тоже прекрасно будет. Ну да ладно. Итак, первый ряд я довязываю резинкой 1 на 1. В общем, можно заменить, девчонки. Не волнуйтесь. Второй ряд. Лицевые петли. Все петли лицевыми. Так, второй ряд лицевые петли довязываю. И третий ряд начинаем с первого ряда. Вот и весь узор. То есть единственное, что нам потом при сокращениях очень важно, мы начинаем резинку с лицевой петли. Ну, как? Мы начинаем, смотрим, лицевая петля вот здесь вот должна быть над лицевой петлей. То есть здесь у нас дорожки, вот смотрите, дорожки из изнаночных петель, а здесь чередуется лицевая, то есть путанка, ну, резинка и лицевой ряд. С изнанки это выглядит вот так вот тоже. Чередование лицевой изнаночный ряд, а здесь лицевой ряд. Здесь наоборот, изнаночный ряд и чередование. И вяжу я, сейчас я измерю, сколько мне нужно до горловины провязать. До горловины мне нужно провязать 28 сантиметров. Сейчас я вяжу ровно. 28 сантиметров. В рядах потом вам скажу, когда провяжу. Итак, девчонки, все-таки я решила, что лицо у меня будет вот здесь, потому что я буду вязать еще один капюшон, так что внимание, такой типа балаклавы, я свяжу на эту сторону. Тут же узор я использую. И вот будет у меня вот так вот. Так я решила. Значит, я провязала 28 сантиметров. И это у меня 80 рядов. Вот теперь я закрою 8 средних петель. И вывяжу вот эту вот горловину. Итак, у меня 40... Ой, 88 петель. По 40 петель у меня с каждой стороны. Так, я вяжу 41. 2, 36, 37, 38, 39... 40. Так, 8 закрываю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Здесь не затягиваем. Нам нужно, чтобы голова пролезала. 6. 7. 8. Так, вяжем до конца ряда. Здесь перепроверяю. 40 петель должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Прекрасно. Теперь я буду сейчас вязать одну сторону с вами, свяжу, буду закрывать для круглого выреза. 4, 3, 2, 1. Классическая схема круглого выреза. Изнаночный ряд я вяжу без изменений. Так, теперь со стороны горловины 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем ряд до конца и изнаночный ряд здесь по узору.
Так, теперь 3 петли закрываю. Раз. Два. Три. Вяжу до конца ряда и изнаночный ряд. Сколько у нас здесь, чтобы я не закрыла больше, чем мне нужно. Так, теперь 2, раз и 2. Давайте я проверю плечо, да, еще есть у меня запас. Нет, как раз вот один и все, как раз все правильно я высчитала. Все хорошо получается. Так, и последний раз один. И далее я вяжу по узору вверх одну, то есть сокращение сделала. Дальше вот сектор у меня ровного вязания, и я его вяжу пока ровно. Итак, провязала ровно я 18 рядов всего. 18 рядов. Если измерить в сантиметрах, то это у меня получается 6 сантиметров, девчонки. И теперь я вот точно так же, как здесь, 1, 2, 3, 4, 5, ой, 5, 4, 8, тут тоже будет 1, 2, 3, 4 и 8. Каким образом? Так, вот смотрите, одну я добавляю вот так, вот просто добавила и вяжу по узору дальше. Так. Так, и далее все добавления будут у нас в изнаночном ряду. То есть сейчас я доберу эту петлю, я провязываю. И теперь 2. Раз и 2. Так, тут нам нужно ввязать в узор. Значит, здесь у нас лицевая, изнаночная, лицевая. Сейчас у меня изнаночная. То есть вписываем в узор. И последний раз 4 петли я добавляю. 1, 3, 4. Здесь у меня, по-моему, с изнаночной. Сейчас посмотрю. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Нет, с лицевой. Здесь счетное количество петель. Значит, с лицевой. И все. Я вот эти вот 2 ряда провяжу. Все нормально, попадаю. Так,
Вот я довязала, девчонки, изнаночный ряд провязала, а теперь я перехожу и дублирую точно вот эту вот часть. То есть здесь я сейчас привязываю нить отсюда с изнаночного ряда, я начинаю и вяжу точно так же, делаю сокращение, все то же самое, 4 3 2 1, вяжу 18 рядов без изменений, и далее 1 2 3 4 добавления. Так, вот довязала я и эту сторону точно так же, видите, вот только здесь у меня получилось больше ступень. Кому-то ничего, оно все равно будет на изнанке. Вот, и теперь, то есть я сделала вот эти 4 1 2 3 4, и сейчас соединю эти две детали, и внутри наберу 8 петель, да? Вот эти вот, которые по центру у нас, и далее буду вязать ровненько столько же, сколько и передняя деталь. Так, довязала до центра, теперь 8 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и все, присоединяю, вот здесь вот у меня обрезана оторвана, вернее, ниточка, я здесь присоединяю и вяжу теперь все 88 петель снова ровно, пока у меня, то есть вот она моя дырка. Так, что тут у нас с узором? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, с изнаночной. Все, вяжу я ровненько. Итак, вот моя манишка подготовленная. Вот так она вот выглядит. Значит, что хотела вам сказать. Значит, всего у нас вот здесь вот. И вот здесь вот, если свериться по рядам, 112 рядов. Так, и теперь я вот все петли закрываю и будем вязать сам капюшончик. Сейчас я закрою петли, потом мы с вами встретимся. Закрываю обычным способом, одевая последнюю петлю на вторую, провязываю и одеваю. Вот так до конца. Так, итак, сама пелеринка готова. Больше мы с ней делать ничего не будем. Теперь, так, вот я нарисовала схему капюшона своего, промерила оригинал. И привязала ниточку. И теперь набираю петли. Из каждой как бы петли по одной. Значит, здесь всего мне нужно набрать, вот я посчитала, там 23 сантиметра в ширину, значит, где-то около 90 петель всего в круговую мне нужно набрать. Ну, при вот этой вот моей плотности изначально. Так, раз, два, три. Здесь из каждой кромочной
77. У меня получилось 88 петель. Прекрасно, мне это нравится. И теперь вяжем основной узор. Вот так вот по кругу я набрала эти петли. Далее, так, значит, со спинки я начинала. Вы не обязательно со спинки, чтобы было удобнее. Сейчас я перейду на другие спицы. Ну, просто пока снимаю, уже останусь на этих. Значит, первый ряд, как и при поворотном вязании, одна лицевая, одна изнаночная. Видите, здесь большая леска, и мне нужно перетягивать. Но есть у меня покороче, сейчас уже довяжу эти два ряда, и далее буду вязать, перевяжу, пересниму на другие спицы с короткой леской. Так, вот провязала я первый ряд. Сейчас, девчонки, что мне нужно сейчас сделать? Мне нужно разделить, вот пока еще видно, раз, два, три, четыре, середину спинки и середину передней детали. Как я ориентируюсь, тут у нас 8 петель по центру, да? Вот они, раз, два, три, четыре. Вот здесь вот. Ну, те, которые набраны из тех, что у нас по центру закрыты. Вот, это нам потом будет нужно, но просто сейчас это разделить намного проще, чем потом. Значит, и второй ряд при круговом вязании, это изнаночные петли. То есть наоборот, если это в поворотном вязании лицевые, то здесь все петли изнаночные. Все. Итак, я вяжу высоту немного, 4 сантиметра, вот именно в высоту. А здесь у нас как раз через вот эти 4 сантиметра мы начнем делать добавление. Вот, то есть вот сейчас мы вяжем участок без изменений, ровненько. Так, провязала я 10 рядов, девчонки. У меня небольшая неприятность. Я-то с нею справлюсь, а вам хочу сказать, что вам нужно сделать, девчонки. Вам нужно начинать набирать петли от горловины. Вот в начале я начала со спинки, видите, и это неправильно, потому что сейчас я закрою здесь петли, и здесь у меня получится стык узоров. Поэтому я это озвучивать не буду, сам узор сейчас, потому что он у меня будет разный. Вы же для того, чтобы этого не было, сделайте начало ряда вот здесь вот, а не здесь, как у меня. То есть начните, привяжите нитку на передние детали и начните набирать петли и делайте все то же самое, что я говорила, но только с передней детали начинаем. Так, сейчас мы закроем петли для отверстия в капюшон и будем вязать поворотными рядами. Вот смотрите, чтобы закрытие у вас было в том ряду, где вот ряд вы провяжете резинкой, чтобы изнаночный ряд у вас был лицевые петли, как вот здесь вот. Так, я дохожу до передней детали, ну, то есть да, что спереди, и закрываю 6 центральных петель, 3 петли от маркера и 3 петли после маркера.
один, два, три, это три петли до маркера, и еще три петли. Один. Вообще-то здесь, да, здесь нужно оставить, а нет, у нас забыла. Два, три. И теперь вяжем поворотными рядами. Сзади же, что мы будем делать сзади, мы будем добавлять петли. По две петли, сейчас все расскажу. Так, сзади забыла, девчонки, до маркера вот эта петля, из нее поддеваем на ряд ниже и провязываем еще одну. По узору здесь должна быть лицевая. Вот, а здесь у меня изнаночный ряд, не обращайте внимания, тоже подняли еще одну петлю, то есть по одной дополнительной петли по сторонам от маркера и вяжем по узору. Вы вяжете правильно. Сейчас у меня теперь не совпадение узора. Видите, у меня начало другого ряда. И вяжу я до конца. Теперь поворачиваемся, вот наши 6 петель, и здесь в начале ряда мы делаем, провязываем 2 вместе, сокращаем одну петлю. То есть здесь по вырезу мы что делаем? У нас вырез, здесь у нас 6 петель, и здесь будет по одной. То есть в начале каждого ряда мы будем сокращать по одной петле. Немного, раза 3. Так, вот здесь вот у меня, видите, как поломался узор. Ну, у вас вот начните спереду, у вас будет нормальный сейчас ряд лицевыми петлями, а я уже буду терпеть. Итак, сократила я всего по 2 петли с каждой стороны, вот по 2. Далее я еще провязала, так что вот здесь вот все я нарисовала по 3. Ой. 1 и 1, 2 раза, 1 и 1. Здесь и здесь. То есть всего 10 петель у меня тут сокращено по вот этому вырезу. Теперь, девчонки, смотрите, еще 2 ряда я провязала. Теперь вот здесь вот будут вот эти вот добавления через 7 рядов. 7 рядов плюс 2. Это плюс 2 петли. То есть 2 добавляем. Здесь 7 рядов. Плюс 2 петли. Здесь мы сделали плюс 2 петли. И таким вот образом мы будем добавлять. Точно так же, как я и показала. По обеих сторонах. Вернее, ну, от маркера, да. Добавили, потом еще 7 рядов провязали. И опять добавили, 7 рядов провязали. Еще раз сейчас вам покажу, как добавлять. И будем вязать дальше. Из предыдущего ряда вытянута петля и после маркера с предыдущего ряда вытянута петля. Так вяжем, продолжаем вязать таким образом. Вот сейчас всего, сейчас посмотрим, я измерю, сколько должно быть с добавлениями. 15 сантиметров, то есть высоту у нас вместе с добавлением должно быть 15 сантиметров. Так, хочу измерить, девчонки.
потому что я уже и добавила, и провязала ровно. Вот, вот. И мне показалось, что я уже прям возле макушки. На самом деле это так. Сейчас я вам все расскажу. Так, прекрасно у меня все получается, совпадает с оригиналом, чему я несказанно рада. Угу. Еще рано для сокращений, а может и не рано. Нет, наверное, не рано. Так, что же у меня здесь? Давайте я вам все рассказываю. Значит, у меня здесь 5 раз. Вот как раз я нарисовала, вот эти 5 раз у меня есть. Далее, плюс 2. То есть всего я добавила 10 петель. Далее ровное вязание. восемь рядов. И по сантиметрам давайте сверимся. В сантиметрах у меня сейчас 25 в высоту, ширина этого капюшончика 20 сантиметров. Все прекрасно, как раз один в один, девчонки. Так, теперь нам нужно сделать вот эту вот макушку. Видите, тут у нас по центру петли и по бокам от центральных делаем сокращение. По центру у нас, ой, смотрите, что у меня, кстати, ой-ой-ой, по центру, так, я сейчас нахожусь на изнаночном ряду, сейчас я его провяжу, и в лицевом ряду мы с вами начнем сокращать петли. Петли у нас сокращаться будут в каждом или не в каждом? Ну, похоже, что в каждом ряду, в каждом лицевом ряду, девчонки. Да. Похоже, что в каждом лицевом. Значит, понятно, да, что здесь у меня 28 рядов, девчонки, девчонки. А не мало ли это, если весь... Нет, 25-35 сантиметров должно быть в высоту. Да что ж такое, опять, видите, короткие спицы. И улетает у меня. Значит, что я сейчас вяжу изнаночный ряд, а на лицевом начинаем наши сокращения. Вот, и мы уже заканчиваем. Сам капюшон вот этот, в чем особенность? А в основном все капюшоны, которые у меня есть на в Ютубе, в общем, видео, все такие свободные, воздушные. А особенность этого капюшона в чем? В том, что он по голове вот такой вот аккуратненький, маленький, компактненький, вот так вот затянуть его можно, чтобы нигде не поддувало. Так, здесь у меня маркер такой висит, там, где средина вязания, но я сместила как бы начало узора вот сюда, как я добавляла петли, и сместила начало узора. Это вас не касается, девчонки, это опять же касается только меня, потому что вот здесь я вяжу лицевые петли, у меня здесь встречаются два узора, вернее, лицо и изнанка. Ну, в общем, вязание, узор-то тот же самый, но просто, видите, я сделала небольшую ошибку, не подумала об этом предварительно, поэтому сейчас расплачиваюсь, так сказать. Ну ничего, нормально. Вы, главное, все сделайте так, как я вам сказала, и все у вас будет прекрасно. Все у вас будет хорошо, я думаю. Вот. Итак, в лицевом ряду сейчас что я делаю? Я вяжу до середины, ну почти, немножечко не довязываю.
Так, это мое обозначение начала и конец узора, смены узора. Вот, значит, до маркера у меня остается 6 петель. Смотрите, до середины 6 петель. Я провязываю 2 петли вместе изнаночной. Далее цепляю маркер. Это отделяю мою центральную часть, которая у меня будет 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цепляю снова маркер. Отделила 8 петель, которые будут идти по центру. И вот влево-вправо от маркера мы будем провязывать в каждом лицевом ряду изнаночной без изменений. А вот в каждом лицевом мы будем провязывать по 2 петли вместе изнаночной. Вот таким вот образом. Здесь и здесь, как я сделала сейчас. И продолжаем вверх еще 10 сантиметров. Итак. Сейчас я вам расскажу, сколько у меня здесь сокращений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Значит, здесь 14 раз по одной петле с этой стороны. Соответственно, и с той. Но я здесь написала уже по 2 плюс 2, это скажем, ну, всего. Я вот так вот нарисую. И с той стороны 14 раз по одной петле. И сейчас уже в высоту у меня здесь 35 сантиметров, так как и нужно мне. Вот. Сейчас я вам измерю. Вот. 35 сантиметров. Теперь мне нужно перебраться в середину вязания. Это я сделаю просто. Пол ряда провяжу. И со середины буду закрывать. Почему провяжу? Потому что, чтобы ниточку потом эту использовать. Здесь у меня пол ряда узора. Давайте я узором его провяжу. Чтобы использовать ниточку для того, чтобы набрать петли для кетлевки. Чтобы избежать лишних узлов. Поэтому я делаю так. Так, вот уже маркер мне не нужен. Я провязываю 2 петли и сгибаю вот так вот пополам. То есть лицевой стороной вовнутрь. Вот таким вот образом. Сейчас крючочек беру, который у меня не здесь. Так, и теперь крючочком закрываю петли. Сначала 2 беру, провязываю, и теперь по одной с каждой спицы и 3 вместе провязываю. Так, что-то пошло не так, девчонки, я, по-моему, неправильно разделила. 1, 2, 3, 4, неправильно разделила, девчоночки, смотрите. Так, снова. Я 2 петли провязала, там надо было 4. В общем, 8 же петель по центру у нас. Значит, 1, 2, 3, 4. Вот она половина. Я прошу прощения. Перепроверьте по количеству петель. Что уже начала вязать. И дошло, что ошиблась.
Так, эту петлю я оставляю. И с нее начинаю набирать петли на петлевку. Из каждой кромочной. Ни больше, ни меньше. Из каждой кромочной я набираю по петле. Так, здесь вот где сокращение, смотрите, сокращение, там мы не набираем, только из кромочных. Здесь, где закрыто 6 петель, мы набираем, да, вот так вот перескакиваем, всего 4 петли, чуть поменьше, здесь нам нужно красивый вырез, здесь из кромочных, а далее, видите, сокращения остались у меня не задействованы, далее из кромочных, вот. То есть из каждой петли здесь не нужно вместе 6, то есть вот здесь вот из каждой петли не нужно, вместо 6 я набрала 4, то есть меньше. Так, вот набрала я петли по кругу из каждой кромочной. И теперь вяжу лицевыми петлями вверх. Так, девчонки, до съем на коленке распустила. Набирать петли нужно с изнанки. Вот она, петля, которой я закрывала эти петли. И вот с изнанки, с кромочной, по изнаночной стороне. Я набрала, провязала, теперь распустила, перенабираю. Так что обязательно с изнанки, потому что у нас будет кетлевка. Так, вяжу я 6 рядов, смотрите, 6 ряд. И в 6 ряду, вот внизу, напротив вот этого, как бы, вот этой части, делаем вот посередине, оставляем 4 петли. Вот они. 8 петель, давайте 8 средних петель. И делаем накид, провязываем 2 вместе. То есть определяем, отделяем 4, 8 средних петель. 4 лицевые и 2 вместе накид. То есть вот накид, 2 вместе, 4 лицевые, 2 вместе накид. И далее продолжаем еще 6 рядов. Так, провязала я. Вот видите, здесь, где начинала, там и закончила. Теперь будем делать кетлевку. Сейчас я вам скажу, сколько провязала. Раз, два, три, четыре, пять. 11 рядов. То есть в 6 ряду я сделала эти 2 дырочки. И теперь кетлевку мы будем делать при помощи крючка. Так, смотрим. Вот это первая петля. Мы опускаемся вниз. И вводим ее в ту дырочку, где... у нас как бы она вытянута, то есть первый ряд. Далее крючок вводим, снимаем эту петлю на крючок, захватываем нить и провязываем, вытаскиваем здесь. Далее следующая петля, снимаем и провязываем.
Захватываем нить и провязываем. И так по кругу. Можно, конечно же, сейчас уже вставить шнурок, но я его продену потом. Так. То есть цепочка у меня с изнаночной стороны, а с лицевой стороны вот такая вот имитация. Ну, это в принципе-то и есть кетлевка. И вот таким вот образом я прохожусь по кругу. Давайте еще молча вам провяжу. Вы, если хотите, замедлите этот процесс, поставьте на скорость 0,5. Это выглядит так. И вот последние мои петли, девчонки. Последние. Так, и все, ниточку я обрезаю, увожу на изнанку и в шов прячу. Значит, ушло у меня, девчонки, 300 граммов пряжи, ну, даже не 300, 260 где-то. И связала я шнурок из 4 петель. Как вязать шнурок, я оставлю ссылку под видео в описании. И попробую его продеть, не продену я крючком, мне нужна шпилька. Так, вот шпилечкой продену, и все. Так, про шнурок сказала. Ставлю ссылочку. Можно было, конечно, его при кетлевке вложить, но мне кажется, будет неудобно. Можете, конечно, попробовать, но не так круто. Так, смотрите, какая она ровненькая, аккуратненькая кетлевочка получается. А если там будет шнурок, я думаю, оно будет немного. Хотя, может, я ошибаюсь. Узелка там в оригинале нет, поэтому я сделаю точно так же, просто вот эту нить продену вовнутрь. В принципе, все, девчонки, вот такой у нас сегодня капюшончик. Довольно такая сейчас ходовая модель, вот с этой пелеринкой, как бы. Много их продается во всех брендах, ну, в этих магазинах. Так что вяжите. Еще сделаю такую же пелеринку, но только с замком молнии и со стойкой воротником в ближайшее время. Вот, все, девчонки, затянуть ниточки. Можно обвязать, но так как это просто
вовнутрь. Мы как бы просто для использования вовнутрь я этого делать не буду. Хотя, конечно же, можно. Но только придаст дороговизны изделию. Но я пока вот так вот продену ниточку и на этом закончу. Ну, еще ВТО паром-паром. Я буду обрабатывать паром. Вот. Вы согласно вашей пряже. Вот он такой. Классный. Понравился мне. Вот. Вот такая вот балериночка у нас. Сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы «Ортодет».